Да плевать ему один отца, будешь, блядь, своими образцами сраными. Заебал, такой же удот, как и этот самый. Выйдет, стрельнет, как Никита, и поехал, блядь. Ты собираешься вообще выигрывать катку, блядь, Декс? Танкист хуй. Я вообще противоположной стороны. Купил говно за 100 копеек и бережет его, как будто он там баухи, ебать. Мы М1 отбрали, копеек. За тебя, блядь. 140 копеек. Да в очкоте их засунет, 140, блядь. Поэтому ты и МИД все время сосешь. Могли их разъебашить вообще в хлам, нахуй. И он опять вместо танков, смотри, он это опять говно везет, сука. Ну вот и месси их там, блядь. Я танки закупаю, он парашу кормит их, блядь. Качает им танки, блядь. Кастрюли помогает, что ли. Пошел он нахуй, пусть он там сам в своем говне плавает. Танки верни на МИД, придурок. Ты что их в город-то ведешь? Чем ты им поможешь? Это говно, блядь. Это пиздец, блядь. Долбоеб, нахуй. Мы въебали двойку, и что, это лучше? Да насрать на нее, пусть и учится играть, нахуй. Ты ему ничем не поможешь. Он долбоеб. Можно сразу выйти, блядь. Давайте выйдем нахуй. А что ты вообще в игру тогда заходишь, ёпта? Ну, МИД твоя точка, какого хуя ты ничего не сказал, ты уехал, полудурок. Дебил кусок, сука. Ты я ему все танки там перестрелял, блядь. Он сидит, у него, оказывается, я думал, его нет, у него 3 Т-80У, и он поехал в город, блядь. И что? Да ты не выбьешь танками двойку, полудурок. Они в городе. Это ДПС, уебан, блядь. Дебил, там не видно, у него даже разведки нет, какой ДПС. Он минометами, видишь? Мотострелков своих вперед пошли, блядь, заебал, свети хоть ими чего-нибудь. Они же нахуй тебе не нужны, о чем ты? Ну так ты разве? Они же нахуй не нужны, что ты несешь там? Ублюдок, блядь, чистой воды, блядь, у меня другого слов нет, нахуй. Блядь, пиздец, я с тремя танкистами сейчас дерусь, с тремя, сука, уже на ушко, оказывается, он въебал уже две, не начав бой, блядь, придурок. Я потерял танк из всех этой баталии один, а ты уже вторую пачку въебал на ровном месте, танкист хуев. Танки, блядь, чего ты взял, что ты на танках умеешь воевать? Да завали ты ебало, слышишь, тебя что, весь бой буду слушать? Ты весь бой будешь эту хуйню нести? В смысле, я перестрелял уже здесь пол, блядь, полигона. Вот, не путай, пожалуйста. Убил, придурок, убил! Куда ты едешь, ты ебанутый, блядь, на 4 танка лежишь одним, блядь. Они выстрелили уже. О, да. Да ты хотя бы, бля, очки открыл бы, нахуй. Иди нахуй, блядь, туры включай, мозги. Туры включай, чтобы у тебя двойной ДПС был, блядь. Иди в жопу, аутист, я тебе сказал, блядь. Я их и так убью, блядь, потому что я их буратосом охуярил. А ты тупой, одним танком на 4 выезжаешь. Ты за бой что сделал, скажи я, мне. Я опять, блядь, как в том бою сделал все, что мог. Просто очки набил, и все. Я мы играем в завоевание. Нам нужны очки и завоевания, блядь. А не то, что в очки набиваете, блядь. Ты качаешь им технику. Ты просто даришь им и прокачиваешь. Как у кого ты нахуй качаешь? Это хуйня полная. Это ты тупой. Что хуйня? Вы мог кашель поставить на точку? Ты тупой. Чего у вас есть? У вас хуй во рту есть, блядь. Как убивать, если никого не видно, блядь. Я танки привез, а хули толку-то? Главное, пехота неэффективна. Это спам пехота. Блядь, это пехота держать фронт, сука. Какой? Что она может держать? Во рту хуй только. Сука, она просто присутствует. Значит, там врага нету. Присутствовать должна разведка. Она не нужна. Иди ты нахуй, слушай, давай ты будешь, не будешь мне советовать, как ну играть. Ну тогда возьми, сука, МИД, иди блядь. Нахуй, спустись на МИД, блядь. Мудак, я на МИД приехал, у вас нет ничего. Блядь, не за артили ПВО, я буки привез, ебаный в рот. Причем у меня так что есть на моем фланге, у вас во рту хуй только. И вы в кастрюле, а ты МИПа вам там, блядь, своим, блядь, что стоишь, еблом щелкаешь. Каким на МИД? Я говорю, на МИДу есть танки, там вы Апач срано не можете сбить. Я постоянно получаю пизды, блядь, от вертолетов, нахуй. А, это Декс, блядь. Декс, убери свою блевотину отсюда. Блядь, все, Т-80 кончился бензин. Ты тупой, у меня танков больше, чем у вас всех взятых, блядь, 10 раз. Только где они, блядь, они стоят без. А у тебя одни мотострелки, мудак. Я на ремонт уехал, дебил. Потому что мотострелки вот сейчас пойдет вперед, но, и ты поймешь, что они нужны, блядь. У тебя на МИДу, кроме мотострелков узосанных, нету нихуя. Вот иди, держи мне фланг, придурок. Ну ты как с такой богатый купил бы, блядь, танки с ПВО, блядь. Птуры ебаные, Серег. Ну ты сидишь в этом ебаном лесу за спам пехотой. Я дерусь танками, нахуй. В смысле? Да я в колозе хотел топовый танк его разобрать, нахуй. Да хуя, да ты что-то можешь сбить-то, блядь? Сука, лонгбой слева, блядь, сука. Блядь, да я не вижу ничего. Пизду тебя, ни разведки, ни хуя. Если бы моей разведки не было, блядь, сидел бы, ванал бы тут долбился. Какую секунду? Пока за секунду ты потеряешь спецназ, а я убью у них технику. Спецназ, ГРУ, твою мать, отправь туда, сидит дрочь на 30 зачем? Копеек. Зачем? На 3 танка, что ли? Да не зачем, иди нахер.